Да-да-да-дам, доброе утро. Представляете, 7. Без 10, даже 7 мы уже собрались. Сейчас поедем в Ейск. Получается, на сборы ушло с завтраком 2 часа. Мы в 5 проснулись. Вот сейчас без 10:07, и мы выезжаем. На улице пасмурно, и прям такое ощущение, как будто дождик моросит. Но я пока его не чувствую. Хоть газончик наш ожил. А то дети его подзатоптали, и Рекс тоже. С Рекса выпущу погулять. Будет он гулять. Рексик, ты пойдешь гулять? Пойдешь? Пошли провожать нас. А ты шапку взял, Гриш? А как ты на море собираешься ехать? Ага. Понятно. Заходи. Зашел во двор. Рекс! Афонечка, давай пристегиваться. Все, сейчас поедем. 6:51, обалдеть. Колонна грузовиков КАМАЗов, да? Чего это слет КАМАЗистов. Да. Они пустые стоят. А это где мы, в Каневской? Каневская или еще? Новоминская. А, Новоминская, точно. Море. Лиман. Это лиман, да. Лягушатник. Лягушатник Широчанка. Башки Гали такие цветочки красивые. А можно? Все, выезжаем с рынка, купили цветы бабушке и маме. У меня тоже есть цветочек. Да, один вон башки такие желтенькие, да, что-то отвалился. Я так плохо хотела приклеили. По рынку пробежаться, но в следующий раз. Поедем в камышеватку на рынок, да? Да, да, завтра с утра. Будем бегать. Ну все ж по рынку бегать тебе. Что-то даже пыльцы бала. Да какая сейчас пыльца, сынуля, они тепличники. Тихо, тут какой-то чувак в да, телефоне да, сидит. Да, там был внутри, то сладенький пальцы. Мама, я с вами. Все, это называется Армавирский рынок, да? Или как раньше там? Было богом забытое место. За это ты, я пристегнута. А что? Мы уже в камышеватке, ура! Вон там уже домик. Здрасте. Вон уже домик. Вон уже, да. Там все зеленое, тут конский щавель начинает, да, атаковать. Ту-ту-ду. Ту-ту-ду, ту-ту-ду. Приехали. Ой, башки Гали, скоро тюльпанчики расцветут. И баб. Я маме и папе. Бабушке, Григорий, на, держи, бабуле подаришь. А что ты дедушке да не было? Дедушке бутылек где-то. Кнопа, кнопа, кнопа. Пошли. Кнопа, привет! Привет, привет, привет. Ты куда, сынок? Ты куда? До башки Гали? Опа! Ты тут на помощь башки Гали? Кнопа со мной. Что да. Вы будете делать с дедушкой? Яйца собирать. Яйца собирать? Да. Обалдеть. Это уточка. Две курицы. Сейчас будет... Это две ножки. Одна уточка. Сейчас у нас будет борщ с галушками. Понимаешь? Да. Ты куда? Ты это не Рексу, Афоня, это нам. Ты что, Рексу это собирался отдать? А что?
Ножки я отрезала от утки, он хочет их рекса. Мама, я никому не отдам. Никому не отдашь. Ты мясо все отдашь. Наша любовь галушки. Башка Галя их вот так делает, и сейчас будем варить. Ну, не мы, Башка Галя. Вот, варят. Да, уже варятся. Ждем-с. Не влазит, видишь, какая чашка галушек получилась. Ты не будешь галушки? Баба Тоня варила. Сметанки сейчас дедушка придет. Ты будешь мясо только? Я говорю, смотри, сметану не забудь. Дети любят сметану. С борщом совсем сметану давай. Мы то. Самое главное галушки. Сейчас еще больем. Это самое главное, подметать. А, подметать самое главное? А галушки не главное? Молодец, умничка. Они легко поднимают. Да. А легко, да? У дедушки Лёши еще гусиные яйца заложены. Надо переворачивать будет. Вкусно? Я же не выдержал, ты же видишь. Папа, я фотографирую. Попробуем. Вообще. Класс, да? Нам можно без борща, да, Сережа? Так а что, у вас скамейка? Да мы сейчас... Не, сейчас мы пошли детей будем дать. Да, они сейчас побегут свое есть. Вкусно? Горячо. Полотенце найти. Игра в крестики-нолики, да? Были нолики, теперь надо крестики. А когда же они должны лупиться? Это где-то к первому числу. Ну, к моему дню рождения, да? Да. Вот как раз заберу себе на день рождения. Да вы шо? Ухаживать будешь. Ты на барабане? Давай. Папа, Фоня на барабане. Давай, сынок. Жги. Только глаза закрывай. Папа будет сейчас мариновать перед булочек. Просто в майонезе. И на печень вот это поубирать, все, оно все равно пригорит. Это все можно выбрать и пожарить. Есть тарелка? Это внутренности, печень и сердце папа выбирает. Сейчас будем мариновать перепелочек. Желтое это сердце? Яйцо. Это яичко там попалось. Антоха тут тоже при деле маринует перепелок. А что я должен делать? Идти... Пердите бежать. Этот, нет, яйца, яйца. Афоня уже в обед собрался яйца. Ну такой. Мы еще говорим курицу. Еще вот такие мальки. Угу, это не малек, сынок. Это перепелок. Малек. Это перепелочка. Мама маленькая перепелочка. Так, папа маринует нам перепелочку. А ты ее не поймаешь. Не надо ее даже ловить, ты ее не поймаешь. Все, Сержиня замариновал перепелок в майонезе, чтобы они не были сухими. Поставил гнет, будем на ужин жарить. Чудо творит. Папа чудо творит. Давай, веточки взяли. А где они должны появиться, Зай? Жарко? Ну, рукава телепаются. А там не было цветов, Сержень? Нет, я аккуратно хожу. Поверь, в Краснодаре я этого уже... Папа, куда относитесь? Ой, Башки Гали тут. Как мне нравятся вот эти штуки. Они такие красивые. Такие весенние. Забор, бросай. Только по цветам аккуратно смотри. Там лилия где-то. Вот палочка, да? Вот здесь? Нет, тут еще ничего не всходит. Так, папа тут продолжает. Это что ты за это? Черешня? Чернослив. А, это чернослив. Ну, я не знаю. Чернослив начинается на чернослив. Да. Черешня и чернослив. Чему тоже на чернослив. Вот так вот папа наш обрезает. Пока Башка с Дежкой не видит. А Фоня мне дарит цветы.
цветы. Еще есть? Давай еще все. Потерялись? Ну ничего. 20 раз только на похороны надо. Спасибо, сынок. То, что отток идет туда, цветок просто опадает. Это для того, чтобы остановить отток веществ и нагрузить его на следующий год. Видишь, у тебя... Вы поняли, Дешка Лиш? На следующий год, да. Зачем? А как ты молодой это сад? Груша, да, Сережа? Да, это груша. А как ты молодой сад собираешься? Сережа, я тебе доверяю. А это одна ветка с плодами, одна, да? Это уже наклонится. Мы ее не будем вот, видишь, подвязывать. Получается, одна у тебя заплодоносит, она будет тоненькая. Вот эти толстые на себя потянут, и здесь груша отпадет, и все. А вот я ее оставил, она сама себя потянет. Только единственное, посмотри, как только начнет уедаться, это все надо поубирать. Ой, да я могу вот так вот заплести. Вот если я не соображаю, что я... Нет, я просто... Нету. Ну вон сейчас еще есть. Давай. В общем, грушу нужно так наклонять, чтобы были плоды, да? Ну она растет, да. И вообще распорки надо было ставить. Чем горизонтальнее, по идее, вот эта веточка должна вот так уже. Угу. Папаня! А у тебя дощечки с ящика нету? Значит. Тоненькая. Да, вот сюда надо вот так вот распорку поставить. Ну да, либо палочка, ну что-нибудь плоское, чтоб... Не, большая. Не, я сейчас... Половинка, да? Держи одну половину. Я боюсь. Это ж не бензопила. Ой, аккуратно. Так вот что получилось. Груш из подручных средств. Что там экологически чистые, Сержень? Яблоки. Папа на этом не останавливается. Да, Зая? Афоня пришел в прятки. Кто не спрятался, да, Афоня? Гля, он... Бабка Генри. А, бабка Гренни? Да, да, да. Да, теперь ты, раз он тебя поймал, теперь ты. Не, ну так не честно, ты. Я тебе сейчас запульну чем-нибудь. Дальше чем он хочет уйти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Бабка Гренни. Профессиональная бабка Гренни. Собака. Уйдите отсюда! Уйдите! Афонька, посмотри на меня. Еще вот так вниз.
еще я так делал, когда мне 6 лет было. Помнишь? Угу. А это здесь. А вон сейчас. Сколько? 4? Класс. А мы сейчас на море поедем. Солнце прям светит. Прям распогодилось немножко, поэтому съездим. Хотели завтра, но неизвестно. Завтра там 12 часов дождь показывает. Афонь, ты едешь на море? Да. Поехали. Ага. Едем на море. Ну это что такое разлилось? Ну, разливной, как лимон. Вода, вот там мы будем ехать, там самое узкое место, когда шторм, сюда вода наливается. Ну это вот сейчас после зимы, потом же она уходит отсюда. Она высыхает просто. Да, вот караоке тут. Мама, ты туда посмотри. Ага, там и там лошади. Там лошади, да. А ладно, много. Чисто с белыми пятнами. Угу. Открой сейчас, я буду. Красотки. Корович-то связали. Это вот, стреножили. И вот, и лошадь. А почему это так? А чтобы не убегали. Их просто не привязывают? Да, да, да. Так... Они тогда далеко не убегают. Оля, какие красавчики. Есть лошади, которые... Ты красотка. Ты красотка, Леня. Пап, поехали, а то чувство, она сейчас... Ленок нам хочет. Да, пускай. Она сейчас вмятину в машине сделает. Да что она сделает? Ничего она не сделает. Красавица. Пока Муму. Здоровая махина. Пока Муму. И вот тоже, да? Да. Ну, не до узких. Ух ты, гля, как это море так, да? Да, да. Не, ну это, скорее всего, брали. Чей-то тапок даже валяется. Ух, сколько чаек. А мы один раз лето видели даже сам, кто там стоит. До утра, но пришла пора. Самый лучший день заходил вчера. Ночью ехать умею, промыл до утра. Ну и ладно, был до утра. Но пора, и собрался в путь. Ну и ладно, все понимаю, с этим верю теперь. Тут еще и площадочка в камышеватке какая-то. Здорово, да? Ля, какие тут эти змеи сделаны, да? Клево. Это где мы сейчас выехали вообще? А это мы совсем с другой стороны. Теперь надо костер распалить, да, сынок? Ты будешь помогать? Будем сейчас их взять. Зай, ты что снимаешь? Тут же это... Сейчас же все на углях, они ж не поймут этого. Как это... Разжечь нам. Домиками Афоня говорит, да? Да, сейчас ты что, сейчас все только угля, жидкости налили, экологически чистой при том. Жидкость? Жидкость, и уголь экологически чистый. Так как соки натуральные. Такой. А сейчас мы такой сок купили? Да. Там только 50% сока написано. Только какого? Наверное, надеемся, что яблочного. А я думаю, что скорее всего нет. Вот так вот папа наш распалит. Учит Афоню, домиком надо. И к вамам. Да. Фиг вам. Получается? Да. А фиг вам, да. Какую-нибудь инструкцию, как спалишь. Это по изготовлению чего. Дым пошел. Сынок. Дым пошел уже хорошо. Вот, домиком. Папа сказал, надо домиком, да, Афонь? Да. Этому надо куда-то бумажку сосунуть. Он уже не хочет стоять, но отпускаю. Он со мной хочет, смотрите. Бим. Иди сюда. Ну все, пусть он отдыхает. Он мясо хочет, говорит, дайте мне мясо. Мяло.
Дайте бинго. Да пусть он пожарится, потом дадим. Здорово! Здорово! Это кур порашили. Так уже почти. Тут что-то у нас папа пригорело. Вы только колеса не пообламывайте. Гриша на бабушкиной тачке. Вот она. И это бабушкина. Не поломайте своими тачками. А Гриша на этой. Гриша на старушке. Вот это золотая мусор лежит. Нам наложит всего и поехала. Сейчас по идее они куда-то должны влететь. Ну что, будем сейчас ужинать. Папа уже все нам пожарил. Красота. Мы с Гришкой уже спать. Гришка уже даже спит. И я сейчас буду. Всем пока. Нет, еще не выключать. След смотрим. I used to believe.